Простой лайфхак, который вам может понравиться. Как вам поможет, если у вас есть налеты на холодильнике? Поехали! Берете из-под йогурта вот такую вот штучку. Сам йогурт упал на стул. Убираете и съедаете. Сейчас вам покажу, как это работает. Вот этот налет, он очень сильно портит холодильник, и вам надо это убрать, но вы не знаете как. Сейчас я вам подробно объясню. Мочите и вот так стираете. Легко и просто. Холодильник остается полностью чистый. И после этого лайфхака полностью чистый и гладкий и очень нежный. И он не будет соскальзывать. Ну, вы даете ему немножко, и он полностью высыхает. Очень хороший лайфхак. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.